Карта желаний постепенно сбывается. И вот я иду на зубу, возвращаюсь. Возвращение блудного попугая. Иду первый раз, 8 часов вечера. Мой муж с другом меня должны проводить, потому что это не близко, как раньше было. Все вам расскажу, покажу. Если не покажу в первый день, то обязательно все расскажу о своих эмоциях. Вы, наверное, думаете, как же я решилась на такой шаг, ведь у меня такой нагруженный день. Да, решилась, потому что когда мы были на концерте и выступала эта зумба, моя команда, мой коллектив, ой, у меня так все перевернулось, и движение я все вспомнила. Ну и я люблю танцевать, поэтому я решила. И я хочу побольше общения с турецкими женщинами, чтобы выучить турецкий язык и общаться. Так что вот такие вот у меня мотивы были на то, чтобы начать. Ну и все остальное тоже. Это же классно, когда ты в движении, когда у тебя распределен рабочий день. Я уже все так распределила. Вечером все. Первый раз меня отвезет мой муж, а может и второй раз, а потом будет встречать меня только. Все расскажу и покажу о своих эмоциях и обо всем. Об оплате, обо всем расскажу, мои дорогие зрители. Ждите! Сейчас вот встречусь с ним, с мужем моим. Я пришла вот в такой район, так мне понравился, где Новый год проводят. Парк там такой есть. Вот здесь есть школа Мезитли, балет не обучают, так что мы пришли рано, придется нам ждать и выпьем с мужем чаек, кофеек выпьем. Он мне будет здесь ждать. И там парк есть, и там. Так классно, у меня столько эмоций. Просто я балдею. Друзья мои, посмотрите, какая я мокрая, как курица. Волосы мокрые. Нас было так много, 35 человек в группе. Это я 35-я. Мокрая. Сейчас одела, даже не буду одевать платье, в котором пришла. Выйдем по берегу. В общем, было классно. Это было супер. Ну, вообще, движение я вспомнила. Конечно, не все, потому что много новых, но в основном дыхание урегулировала. Благодаря йоге умею регулировать, так что все прекрасно, друзья мои. Пошли бы по набережной сейчас. Вот такая вот у нас сегодня йога. Нормально работает. Ну как работает? У меня не до... Видишь, у меня вот такой цвет. В таком месте красиво, мы решили с девочками. Жемчужней похолоднее. Ну, не, только не седой, я это не приемлю. Попить кофеек. Может, тебе и девятку, если ты хочешь выбить. Всем привет, мои дорогие. Смотрите, сколько время. Начало 9:00. Мне надо бежать. Почему? Потому что я иду поздравлять моей подружке доченьку. Ей сегодня 4 года, я с утра надула шарики. И надо быстренько успеть до садика. Так что я побежала, если будет что-то интересное, я вам покажу. Вот я, друзья мои, и мои шарики. Еле поместилась в лифте. Видите, лифт даже отключился. Хочу сюрприз сделать. У моего внука 24 мая тоже было день рождения, но я не смогла его поздравить, поэтому Сандрочку иду поздравлять. Один шарик лопнул, это был такой мощный взрыв с утра пораньше. Вот так вот я иду, идти, наверное, минут 15 надо мне до их дома. Так неудобно с этими шариками, как я испугалась, боже мой. Наверное, людей испугала. С утра пораньше. Друзья мои, какой сюрприз замечательный получился. Это просто было очень весело, очень радостно, очень трогательно. У меня так все получилось замечательно, как и задумала. Сейчас я решила выйти тоже на набережную, хоть глотнуть морского воздуха, хотя бы немного глотнуть морского воздуха. Как находиться здесь рядом и не посмотреть на морюшко наше? Ведь вы тоже любите море, правильно? Как классно!
сейчас пойду домой. У меня очень много дел запланировано. Мне так повезло в чем. Как раз здесь был КПЖ, но вот сторож, который там подметал во дворе, спросил, а куда вы идете? Я ответила, куда. И он открыл мне двери, и получился настоящий сюрприз. В лифте я включила песню «С днем рождения», и как раз дверь открывается, и тут папа Сандрочки выходит, стоит, то есть, и тут дверь открывается, стоит папа Сандры. А глаза у него по 5 копеек, а у меня за шариками не видно. Да еще эта музыка «С днем рождения» Аллегровой. Это было вообще неповторимо. Затем он... Этот, я когда приблизилась к двери с этой музыкой, постучалась. Ой, как обрадовалась девочка моя, любимая Сандрочка. Как она обрадовалась, как обрадовалась моя подружка Катюша. Мы так потом плясали. Просто было замечательно. Вот такие сюрпризы, как приятно, когда делают. Обалдеть, друзья мои. Такое вот у меня сегодня с утра хорошее событие. Я рада, что есть возможность сделать приятное. Мы с мужем об этом позаботились. Дай Бог, чтобы у вас было тоже таких сюрпризов. Всем доброго вечера, мои дорогие зрители. Сегодня день, вечер зумбы. Я вот самостоятельно приехала на автобусе. Такая довольная. Привыкаю к самостоятельности. Так что полна энергии. Надеюсь, буду прыгать, беситься. Ну, когда-нибудь, может, поснимаю, как занимаемся. Ну, очень много девочек у нас здесь. Очень много будет. Пока что-то никого не видно. Я приехала очень рано, да за 20 минут. Вот села здесь и готовлюсь. Сейчас уже буду заходить. Смотрим, как там дела. Началось уже, наверное, или нет. Нет, пока еще не началось, но... И сама буду добираться домой. Мой муж не придет за мной, потому что матч. Он сказал, матч, Светлана, я не приду. Но ужин я ему успела приготовить. Сейчас я на набережной. Вот как-то так. Вечером, целый день мы вместе, а вечером уже каждый по своим направлениям. Ну все, мои дорогие, пошло я. Вот такой вот у нас зал, девочки. Огромнейший зал. Уже я слышу, что идут девчонки. Здесь вот коврики для пилатеса. Здесь раздевалка, такая раздевалка. Я пришла первая. Видите как. И туалет, и все чистенько. Вот так вот. Обувь нужно менять здесь. При входе уже девчонки идут. Всем привет, мои дорогие. Сегодня необыкновенный день. Такой день. Сколько сейчас время? Час дня, я на набережной. Мы сегодня с Леночкой очень долго разговаривали, занимались йогой. Не заканчиваются наши разговоры. Никого нет в это время на набережной. Только смельчаки такие, как я. Может, загорим мы. Так что вот, мои дорогие, только собираюсь идти домой. Так хорошо. Море обалденное. Надо уже начинать загорать. Сегодня я решила приготовить мухалеби, вот этот десерт, из киви, банана и печенья, и побольше какао. Но я не добавила сливочное масло, потому что много калорий нам не обязательно. Вот приготовила, сейчас буду готовить завтрак, покажу, что я придумала. Смотрите, у меня вот таких два лаваша. Вы знаете, что я сейчас придумаю? Я сделаю такое... Что я сделаю? Я сделаю сейчас чебуреки с сыром, да? Как хачапури. Вот на такой сковородке. А может, их поменьше сделаю размером. 4 штуки. Обмаку в яичной смеси. И пожарю на масле. Вот сегодня сделаю сейчас моему мужу сюрприз. Ой, делаю вместе с вами. Оказывается, не включила камеру, когда это все делала. Но ничего, повторю на втором нашем чебуреки.
Ну, получается, по одному буду жарить. Так интересно получается. Так, давайте уже перевернем, наверное. Ага. Ой, девочки, как интересно. Как девочки интересно, мальчики, может, мне... Он так поднялся, видите? Вот это чебурек. Но немножко подержать надо, чтобы цвет. Ага, видите, видите, как он? Ух ты! Ух, красотень какая! Когда буду второй делать... Я вам, видите, как он, пупырышки. Я вам обязательно покажу. Так, ну что, чебурек готов, видите, как он зажарился. Вот такой должен быть. Достаточно. Так, смотрите, первый готов. Что мы делаем дальше? Берем такой. Опускаем яичную смесь, погружаем и даем вот так сечь. Ух, посмотрите, как классно получилось. А на последний я вылила оставшуюся яичную массу. Вот так вот у меня вышло красиво. Самый жирненький. Мало, конечно, лавашка, но я хотела проэкспериментировать. Доброе утро, мои дорогие! Забыла вам вчера показать, что я приготовила. Мой муж назвал это по-турецки. Уже не помню как, но он это не поел. А я съела с удовольствием. Лето, какое счастье, что появилось столько доступных овощей. И как это блюдо называется? Аджаб сандал по-грузински. А по-турецки не знаю как. Что здесь есть? Здесь есть все. Горох, фасоль, кабачки, баклажаны, морковь, помидоры, лук, чеснок, зелень, рейхан. Рейхан нет, рейган нет. Трава есть такая фиолетовая. Боже ты мой, рейган, рейган. Вот я это вчера все приготовила, сейчас хочу поставить в холодильник, переложила в маленькую емкость. Ну, а мое утро начинается с кофе, с уборки, со стирки, вон стираю большое покрывало, убрала, уборка, шмуборка, все. Вот тут начала с утра сегодня стены мыть и хлорочкой все, доместосом. Ну вот, вся в процессе. Суббота, надо позаниматься домашними делами, а то я очень много работаю. Ну и хотим сегодня убрать ковры, где они лежат еще. Так что приятного мне выходного. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.